В юбилейный год Великой Победы мы делали серию программ о тех, кто ковал эту победу на полях, сражениях и в тылу, кто вернулся домой и дожил до седин. В канун Нового года мы поздравили с праздником нескольких наших героев и выслушали еще одну историю войны. Герой нашей сегодняшней передачи – Николай Андреевич Колесников. Сейчас он живет в Димитровграде вместе с семьей сына и маленькой собачкой Алиской. А тогда, совсем еще юным мальчишкой, он принимал участие в одной из самых страшных битв за Курскую дугу. Какой я участник? На войне это был всего 3 дня, начал беседовать. Ветеран. Участники войны, как правило, когда дают интервью, рассказывают, сколько они воевали, сколько десятков немцев убили. Я попал, значит, деревня, около полка оборонялся, около Прохоровки. Это курс, около курса недалеко в июне 43-го года. Началось там кошмарное наступление, 1000 танков. С нашей, с немецкой стороны. Вот. Значит, меня контузило на 3-й день. Отправили в госпиталь в Саратов. Вот. Вот и вся война. Помнит Николай Андреевич и то, как в 1942-м устроился на работу на рембазу. Уже тогда ему пришлось узнать, что война, она везде. Мы работали по 20 часов в сутки, потому что надо было. В то время люди знали, надо. Вот. Немцы беспокоили, значит, потому что базу разместили на территории бывшего порохового завода и станция рядом. Ну и немцы бомбили. Мы, конечно, прятались кто в танк, кто под танк, кто в щели. Вот. Когда немцы стали подходить, перевели, посадили, значит, технику, все в эшелон и через Ростов, Батайск, в этот самый... Дагестан. Повестку на фронт Колесников получил в конце 42-го. Юный Николай уехал по распределению в школу снайперов. О том, что учителя сами не знали основ воинского искусства, и сейчас говорит с опаской. Мне еще не исполнилось 17 лет, получил повестку из военкомата. Призвали в снайперскую школу. Вот. Полгода, значит, учили. Но как учили? Офицеры, как правило, были все из запаса, вот, и слабо знали технику, вооружение. Вот. Ну, в общем, стрелять из снайперской винтовки мы научились. Полгода длилась учеба. 6 месяцев кажется недолго, но многие не выдерживали срока и сбегали на фронт. Правда, способ побега был своеобразным. Напивается, появляется пьяный. Значит, начальник школы срежает лычки в штрафной батальон. Вот. А оттуда возвращались не все. А кто возвращался, значит, те или раненые, искалеченные. Вот. Но несмотря на это, все равно стремились попасть на фронт. Все-таки 6 месяцев, это много учили нас. 6 месяцев. Вот. Но каждый думал по-своему. Николай Андреевич выдержал. Отучившись, был отправлен на Курскую дугу. Там-то и принял свое первое и единственное сражение. Я приехал, я снайпер, а снайперской винтовки нет. Вот. Я был старший сержант, значит, мне дали должность помощника командира взвода, но на 3-й день меня контузило. Вот и вся война. Герой войны признается, что было ужасно страшно, и до конца своей жизни он не забудет этот бой. Было очень страшно, потому что сотни танков со стороны немцев, с нашей стороны, это было единственное, значит, за всю войну крупное такое танковое сражение. Но пацан, что-то мне 18 лет всего было. Вот. Но показывать, я все-таки хоть маленький, но командир, показывать было нельзя. Вот. И вообще, я вам скажу, вот в то время у молодежи было стремление вот, быстрее попасть на фронт. Дальше была контузия, полная потеря памяти и вердикт – к военной службе негоден. Сержанта Колесникова отправили в снайперскую школу – учить тех, кому еще предстоит бросаться под вражеский огонь. День Победы Николай Андреевич встретил в Одессе. Тогда за несколько минут он растратил всю обойму, ведь пули больше были не нужны. День Победы я встретил в Одессе. В Одессе, ну, это был какой-то...
офицеры все с оружием ходили. Значит, мы открыли окна, выставили пулеметы вверх. Ну, патроны больше не нужны, она кончилась. Вот, 16 мая был парад в Одессе. На параде присутствовала жемчужина Молотова, жена Вячеслава Николаевича Молотова, на трибуне. И жена Уинстона Черчилля на трибуне. Она привезла из Англии полный комплект оборудования для госпиталя. Поэтому ее пригласили. Завершая нашу передачу, хочется сказать лишь одно. Долгих лет вам, дорогие наши ветераны. Спасибо вам за эту победу.